матчах. Я помню, как он спасал буквально лицо нашей команды в игре с кенийцами в Анталье. Здорово, что он сегодня снова играет в позиции атакующей, потому что в ЦСКА он в этом сезоне опять, в этом году календарным стал играть в опорной зоне. Ух ты! Удваиваем преимущество. Великолепно, стандартное положение срабатывает. И кто это сделал? Максим Осипенко! И это не 11-метровый. Нет! Самый результативный из защитников российского чемпионата. Он там 6 забил, правда, из них 4 с пенальти. Но 2-то с игры за Ростов. И вот с игры за сборную России. Первый гол для Максима Осипенко за национальную команду. Сначала, видите, надо помассировать умную голову. Привести в порядок мысли. И дальше Тюкавину надо выиграть в верховую борьбу. Вот из чего складывается рецепт хозяйки на заметку. Из чего складывается вкусный и правильный питательный гол. И вот. Ты посмотри, насколько Павлович вообще выше Тюкавина. Но Тюкавин и в чемпионате России с легкостью переигрывает высоких защитников. Да, это тоже можно отметить. Да, Страхиня Павлович здесь растерялся в борьбе с Костей. Надо, кстати, еще отметить действие Дмитрия Баринова, который очень здорово, сейчас это было на повторе видео.